Здравствуйте, дорогие мои подписчики! Сегодня я хочу провести для вас конкурс. Он будет посвящен моему каналу, потому что моему каналу исполняется скоро ровно год. Зарегистрировалась я на YouTube 1 сентября. Помог мне регистрироваться тогда еще почти год назад мой старший сын. И я совершенно не понимала, что такое YouTube, какие там правила, какие там возможности. И сейчас, вот спустя практически год, я могу сказать, что YouTube — это здорово, YouTube — это классно. За год у меня сейчас 618 подписчиков. Всем огромный-огромный привет, всем огромное-огромное спасибо за то, что вы заходите на мой канал, за то, что вы смотрите мои видео, значит, они вам интересны. И, честно говоря, за этот год у меня появилось две, могу их уже с уверенностью назвать подругами. Это классно, это здорово, потому что мы никогда друг друга не видели, да, вот, ну, вживую. Но мы общаемся, мы разговариваем, мы даже помогаем друг другу, ну, в каких-то таких советах. И поэтому, конечно, это дорогого стоит. Спасибо всем огромное. Я, извините, я немного волнуюсь. Да что там сказать, даже не немного. Какой-то такой, знаете, мандраж какой происходит. Я даже не понимаю, почему так, как вот, знаете, в юности перед каким-то экзаменом. Вообще, вау. Ладно. Фу. Возможно, потому что, конечно, такой конкурс я провожу впервые. И вот так вот с глазу на глаз тоже сложно на самом деле для меня, во всяком случае, вот так вот разговаривать, потому что многие смотрят, потому что кому-то нравится, кому-то не нравится. Честно говоря, знаете, заходят иногда на канал какие-то дурачки, по-другому даже сказать не могу, такие пишут глупые комментарии. Ну, честно сказать, я их комментарии удаляю и ставлю сразу в спам, потому что особенно то, что касается моих детей, да, какое-то видео, допустим, там выложишь, я вообще не представляю, как можно, допустим, написать про маленького ребенка что-то, какую-то гадость. Поэтому для меня такие люди, ну, они сразу в спаме. И вообще здорово бы было, если бы такая была бы кнопка, да, на YouTube. Я вот, допустим, не хочу, чтобы этот человек вообще заходил на мой канал и как-либо его просматривал. Ну, не знаю, возможно, она и есть такая кнопка на YouTube, я ее еще не знаю. Просто не хватает, знаете, время на все на это. Вот разделить бы время, чтобы было не 24 часа в сутки, не разделить, а вернее добавить, а там 36 часов, вот, возможно, тогда я бы уже и разобралась. Ну, что-то я отступила. Вот. А так, но все равно хороших людей намного больше, позитивных, замечательных. В общем, вот так вот. И поэтому именно для вас я решила сделать вот этот вот конкурс. Сама про себя немного расскажу, потому что многие спрашивают, но пока мне, знаете, не хочется делать такие вот влоги, там, отвечать на вопросы, ну, пока я к этому еще не готова. А я мама двоих детей, старшему сыну у меня вот в тоже под Новый год уже там исполнится 18 лет, младшему как раз тоже в ноябре будет уже 4. У меня большая разница между детьми, но тоже в этом есть какие-то плюсы, ну и, конечно же, есть какие-то минусы. Сама работаю я медсестрой в центральной районной больнице нашего города. Тоже не хочу говорить пока какого города. Вот, в гинекологическом отделении, если кому интересно. А интересно почему-то это многим. Вот. Наверное, все, больше ничего не скажу. А покажу вам те подарочки, которые я приготовила для победителя. Победитель у нас будет один. Так, девочки, это водичка Флёр. Почему я выбрала именно эту воду? Вы знаете, потому что из моих клиентов я, ну, как бы не встречала ни одного человека, который сказал бы: фу, какая невкусная вода. Всем она нравится. Кто-то от нее в безумном восторге, кто-то так средне, но
она очень приятная. Она такая, знаете, фруктовая. Здесь сочная маракуйя, лепестки розы, игривый синий ирис. Очень приятная водичка, и надеюсь, она вам понравится. Далее, девочки, второй подарочек. Это видно вам, наверное. Это моя также любимая серия от Vavon Enyu. Это увлажняющий крем для лица, ультраувлажнение с SPF 15. Обязательно попробуйте, надеюсь, тоже вам понравится. Далее, третье и четвертое средство. Это вот такие средства. Я вообще постаралась подобрать вам из разных серий Vavon, ну, чтобы вы все, чтобы попробовали, кто не знаком с этой косметикой, тем более будет интересно познакомиться с разными, да. Так, значит, вот это вот от Clearaskin, это такая, знаете, ухаживающая серия, как сказать, не ухаживающая серия, а борющаяся с прыщами, там, ну, вот со всякой вот этой вот ерундой. Это очищающее, именно вот это средство, очищающее быстрого действия для проблемной кожи. Оно содержит 2% салициловую кислоту. И вот это средство, это от Планеты Спа, это маска-пленка, многие любят маски-пленки, с экстрактом черной икры, роскошное обновление. Надеюсь, они вам понравятся. Это третье и четвертое средство, которое будет в подарочном наборе. Дальше еще два средства от Solutions. Первое средство, это Свобода от Целлюлита 5D. Все любят, ну все мы, девчонки, любим, да, помассажировать свои части тела, и поэтому это средство. Также от Solutions упругий бюст, это укрепляющий гель. Надеюсь, попробуйте, надеюсь, тоже понравится. Так, раз, два, три, четыре, нет, раз, два, три, это было четвертое, фу, запуталась, извините, 1, 2, 3, 4, это было 5, это 6. Так, далее, тушь для ресниц, супер длина, экстрим, хорошая тушь, она удлиняющая, ну и такая, и немного объема придает, а ресничка от реснички, хорошая тушь, желтенькая такая упаковочка, возможно, кто-то знает. Так, и последнее средство, это такая вот бижу будет, сейчас покажу, она в коробочке, здесь очень красивая упаковка, вот такое вот, такая вот красивая, да, то ли маргаритка, классненько, мне нравится, всем нравится. Так, вот так открывается, и здесь... Такая вот она нежненькая, цепочка посеребряная, тоже здесь какой-то такой, то ли ромашечка, и не знаю, видно вам и не видно, нежно-нежно такой голубой камушек. Вот такой вот наборчик, 5, 6, 7, 8, состоящий из 8 средств, получит победитель, сделаю случайный генератор цифр, вот, о, совсем все, девчонки, извиняюсь. Так, ладно, дальше, чтобы участвовать в конкурсе, нужно два простых шага, в принципе, вы должны обязательно быть моим подписчиком, это соответственно, и поделиться ссылкой этого видео в какой-то соцсети. Комментарии, пожалуйста, ссылки, где вы поделились, пожалуйста, оставляйте в комментариях. И также я уже буду видеть, кто участвует в этом конкурсе, кого заинтересовало такое предложение. Вообще, мне реально, девчонки, очень-очень интересно, кому интересны такие предложения. Понравился ли вам мой подарок, тот, который я собрала? Пишите, пожалуйста, оставляйте комментарии, не только ссылку, да, где вы поделились, но и нравится ли вам это, или... Возможно, вы хотели бы что-то другое, допустим, не только с Эйвона, а какую-то сборную НХЛ. Ну, просто я координатор Эйвон, поэтому первый подарок пока вот такой. Вот и все, наверное. И еще давайте так договоримся,
что так как с сегодняшнего дня уже можно, да, делиться ссылками и писать комментарии под моим видео, а результат конкурса я сделаю 1 сентября. Нет, давайте, ну да, сделаю я, наверное, 1 сентября, но выложу видео, я вам не буду обещать точную дату, то ли 2, 3, 4, вот в этих вот цифрах, датах, давайте определимся, не обижайтесь, потому что у меня скользящий график работы, я работаю сутками, день и ночь, ну, в общем, как-то так, и поэтому, конечно, мне будет сложновато сказать вам точную дату, а вот где-то так. 2, 3, 4 сентября я уже оглашу результаты. Все, конечно же, выставлю в видео. И поздравлю обязательно победителей. И сразу же вышлю такой замечательный подарок, на мой взгляд. Ну вот и все, девочки. Всем пока-пока. Абсолютно всем своим подписчикам я желаю удачи. Попробуйте удачу. Возможно, она придет именно к вам. Все, девчонки, всех люблю, всем спасибо, пока-пока. Спасибо, что смотрите меня и подписывайтесь на мой канал. Удачи!